Вот и пролетела целая неделя. Ну, поехали, что ли? С тещенкой поехали-то, конечно. Не поехали. Да что ты, как пьяная барышня, то лежим, то падаем. Чего опять не так? Тебе к десерту еще и жидкого принести? При чем ты жидкое? Я вообще не пью, почти. Там, в этом бейсбашмаке после обстрелов, половина улиц в завалах. А у меня лопатка сломалась, а без нее не поеду. Встрянем. Я уже встрял, когда с тобой в одну часть попал. Ты, Петя, не водитель боевой машины, а находка для шпиона. Все у тебя ломается, крадется, тушенки на тебя не напасешься. Да че ты ругаешься, прапорщик? Уж если ты тушенку раздобыл, лопату достать, расплюнуть, а не тут у каждого дерева. Здрасте, старшина. Здравия желаю. Пришли комплектность учебной части проверять. Да что с ней сделается, с комплектностью? Ну как что, под обстрел попадет, учебные материалы погорят. Лишь бы не спёрли. Нет, я по другому вопросу. Что за вопрос? Задание у меня тут. В город съездить. Ну, это не вопрос. Идете в гараж, ищите Петра Мазуткина. Да нашел уже. Лопата нужна. Раз нужна, дадим. Только вот, товарищ прапорщик, не могли бы вы в городе прикупить кое-чего? Это чего еще кое-чего? Да ерунда вообще! Слив мне уж больно хочется. Ваш забился, что ли? Куда забился? Никуда, а чем? Известно, о чем. Фекалиями, то есть. Тьфу ты! Да нет, мне сливы хочется покушать, понимаете? Сливы, фрукты такие, или ягоды, хрен их разберет. О, ну так бы и сказали. Договорились, старшина. Привезу вам слив, которые фрукты. Лопату дайте только. Вот, держите. Чего ты, Мазуткин, там ковыряешься? Уже давно все отремонтировано. Это только мы знаем, что там отремонтировано. Так тут и нет больше никого. Сейчас нет, через час есть. Надо ответственно к ремонту относиться, а то вся тушенка мимо пройдет. Лопату-то нашли? Нашел, конечно. Ну так поехали! Поехали!